фойе театра Гелькон-Опера разместилась выставка Татьяны Шухерёвой. Вот в таком духе средневековых французских миниатюр. Очень хороший стиль, интересный очень стиль. Деревянные скульптуры, вот Петр I, Екатерина. И работ очень много. Такие работы. Это русский сказочный стиль. Георгий Победоносец, ангел трубящий. По стенам разместились работы. Вот стиль миниатюр. Древних миниатюр средневековья. В этом театре всегда выставки. И всегда, кроме музыки, можно что-то интересное увидеть. Эта работа как называется? Это театр на площади. Действительно, традиционный Арлекино, Пьеро, Коломбино. Вот детали архитектуры. А это вот сцена городского театра. Деревья с райскими яблоками.